Ну что, с рыбалкой как-то не задалось в этом сезоне. Пролетел уже май, у меня было 3 выхода на зиму. Все они были холостые, соответственно, снимать нечего. Поэтому поехали хотя бы на катерах покатаемся. У салона катеров и яхт «Водник Вот» сегодня планируется съемка медиапрограммы. Они будут снимать свои катера, «Виктори» и еще какой-то. Меня пригласили поучаствовать в качестве капитана. Так, ну мы находимся в одном из яхт-клубов нашего замечательного города на острове Русский. Прогнозу должна была быть отвратительная погода. Зараза, из-за которой я подрядился на все это мероприятие. Ну, как видите, погода прекрасная сегодня. Да, на Русском острове почему-то другой климат абсолютно. Вот они стоят, эти красавцы, на которых сегодня мы будем работать. Сейчас я вам все подробненько покажу. Так, ну что, на сегодня это мое рабочее место. Знакомьтесь, господа, это Victory A8. Новинка прошлого года от компании Victory. Вот чем мне нравятся их лодки, это именно из-за внутренней отделки. Потому что здесь все как-то по-домашнему. Все уютненько, приятненько, тепленько. Отделочка, кресло удобное. Так, ну и что сюда поставил водник? Ух ты! Площадочку. Под контроллер. Что у нас тут еще? Руль Изота, гидравлика, музыка, подрулька, СМФГ, Гармин, отличненько. Кнопки управления, вот такие вот панели Victory используют на своих лодках с покрытием Soft Touch. Классное решение, я такого ни у кого не видел, только у них. Так, ну и 2 отопителя, чтобы мы не замерзли здесь. Такая вот каютка просторненькая, с иллюминацией. Здесь еще одно лежачее место, небольшой столик, камбузный блок и гальон. И вот такой вот гальон. Реально, лодка, в которой хочется находиться внутри. Такой небольшой кокпит, огромный диван. И 2 японца. Сейчас идет небольшая подготовка к съемкам. Сейчас быстренько борт тиранут, и мы поскочим в сторону Аскольда. Сейчас Марат с ребятами из съемочной группы будут идти ведущими на Victory A11. Далее за ним техническая лодка, вот эта белая. И я один иду на восьмерочке. Да, вроде чистый. Пум-пум-пум, орёт сигналка, что маленькая глубина. Вот она мощь, красота. Виталий, пойди метров 50 вперед, встань на месте, мы вокруг тебя погружимся. Понял. Я сказал от вас.
опережает. О, красоте. Так, ну чё, всё? Медиапрограмму сняли? В Босфоре, в Уссурийском заливе. Вот она, красавица, 11 топает. Идем за ними на Аскольд. Погнали! Ай, как кайфово! Мягонькие кресла, амортизирующие стойки. Я просто как водитель большого автобуса еду и наслаждаюсь от поездки. Просто кайф. Так, ну что, друзья, впереди у нас, наверное, минут 30 передвижений. Ой, блядь. До Аскольда. Давайте встретимся уже там. На месте. Красавцы. Тянут на ура просто. Вот мы и прибыли на замечательный остров Аскольд. Приятный момент сегодняшнего дня. Вкуснейшая шаурма. Под берегом острова Аскольд. Вообще кайф. Просто. Вот это рабочий день, я понимаю. Чем сидеть в душном офисе. О, какая водка. В принципе, на этой водке реально ты чувствуешь уверенность, ты можешь в любую погоду спокойно сбегать на Аскольд, если хорошо время. Потому что не каждая водка дает тебе такую уверенность, что можно было пересечь спокойно Уссурийский залив, прийти на остров, на какой ты хочешь. Вот. Потому что для перехода через Уссурийский залив это надо пересекать прямо открытое море. И если что-то не по прогнозу задует, море прям волноваться здесь начинает очень сильно. И, соответственно, не на каждой лодке ты себя будешь чувствовать комфортно. Ребят, смотрите, какая красота. Смотрите. Да, только не пугай. Сколько львов. Целое семейство. Мы прибыли на локацию, называется Кеккуры 5 пальцев. Здесь их постоянная лёжка и лежбище этих львов. Они здесь всегда находятся, они тут живут, питаются. И в том году, когда мы сюда приезжали порыбачить, весьма успешно, насколько вы помните, львы здесь тоже были. О, рычат. О, красавцы. Ай, красавцы. Ну что, друзья, на этом и завершу я свою съемку. Дальше будет путь домой. Этот день был прекрасный. Я его провел на замечательной лодочке в Викторе А8. Ну все, всем привет, всем добра. До